Посмотрите, это что за фигня такое творится? Тысяча людей не верили, а... Ужас, ужас. Даже я бы не поверил, что это такой ужас может быть. Просто жесть. Офигеть. Ужас. Всем привет, друзья! Вы на канале Тайное НЛО. И сегодня вы узнаете то, что вы никогда в жизни не видели. Для начала, друзья, возьмите, поставьте лайк, подпишитесь или оставьте комментарий. Ну а мы начинаем. Самый интересный момент, о котором я хочу сегодня поговорить, это о несколько неопознанных летающих объектов, которые были засняты в горах Кавказа, недалеко от республики Адыгея. Именно находились почти 9 неопознанных летающих объектов. Самый интересный момент то, что туристы засняли это случайно. Поднимаясь на какую-то необычную гору, они увидели вдалеке нечто похожее на летающие объекты. Недолго думая, они взяли камеры и начали снимать. Но вы как раз видите то, что происходит. Неопознанные летающие объекты просто-напросто разлетаются в разные стороны. Все знают, что горы Кавказа таят огромную тайну. И ведь здесь, друзья, происходят самые интересные аномальные явления. Местные жители иногда видят необычное освещение ночью. Иногда видят как будто звездопад. Но это все тайна. Конечно, мы можем сейчас говорить о многих событиях. Но кто это заснял? Максим и Марина, они на этом месте засняли удивительные истории, не только поднимаясь в гору, но вот такое необычное явление. И ведь кто поверит, если не видео это? Но это, друзья, не все. В этих местах может происходить еще кое-что-то, но это я вам расскажу чуть позже. Ну а мы идем дальше. А вот очень интересный момент, который заснял парень в горах также, но где именно неизвестно. В тумане появился неопознанный летающий объект, и очень интересно то, что вы сейчас видите. У него сразу началась паника, он начал снимать, а иногда даже и кричать. Ведь много людей даже не понимают, как психология играет огромную роль. А психика НЛО, которая воздействует на человека, совсем ужасающая. Где именно это могло произойти, есть три варианта. Урал и даже, друзья, Грузия. Но вот последний вариант меня больше интересует, скорее всего, где-то на Кавказе. Удивительные моменты, что этот неопознанный летающий объект был еще замечен в 2017 году недалеко от Сочи. Он вышел в тот день из Черного моря. И никто даже не мог поверить, что этот неопознанный летающий объект появился. Ведь много людей считают, что они предвестники страшных событий, землетрясений, наводнений и даже катастрофических событий, которые скоро могут произойти. А кто-то считает все наоборот. Что может быть хуже, если уже они здесь? Удивительно, но это факт. А факты вообще просто не скрыть. Вот как, например, третий видеосюжет, о котором вы также не знали. Перед вами неопознанный летающий объект, а вот внизу это необычная структура вооружения. Идет необычная дилемма, что люди и пришельцы заключили какой-то между собой союз, а создание каких-то оружий и даже территорий. Мы видим, что это необычная пушка, как все считают, заметили не местные жители, а просто туристы, которые катались на квадроциклах и увидели вдали нечто похожее на оружие. А рядом с этим неопознанным летающим объектом еще много чего было. Удивительно, но факты есть факты. Это было заснято в 2019 году. 13:00 по московскому времени, и ведь никто не может дать точного пояснения. Сюда была вызвана спецгруппа, солдат и даже полицейские.
Но случилось так, что им все это до фиолетово. Они сказали, нам неинтересно, как будто они знали, что здесь происходит, и они посоветовали туристам быстро уйти с этого места. Мне кажется, что-то от нас скрывают, огромную какую-то необычную дилемму. И ведь правда, все это происходит на глазах у нас. А вот и еще очень интересный момент. Парень заснял, как два инопланетянина просто застыли при каком-то необычном оранжевом светящем шаре. Это видео было заснято в 2020 году, недалеко от города Апшеронск. В горах, где река Горная, он заметил необычное явление. Там находился инопланетный корабль. И два пришельца, которые просто зависли или замерли, или застыли, неизвестно. Но к ним подлетел нечто похожее на оранжевый шар. И он рядом с ними пролетел. Что вообще происходит, я не могу дать пояснения. Еще в 2011 году говорил один уфолог о том, что готовьтесь, 2020 год самый будет странный и аномальный по 2028. Пришельцы как будто манят на Землю. Но здесь совсем другая история, что происходит. Я не могу дать точного вам ответа, но мне кажется, это нечто страшное. Как они замерли и что было дальше, неизвестно. Автор анонимно прислал и больше ничего не сказал. Как будто боялся, что про него они узнают. Ну и последний странный момент, это вы должны видеть. В поле Подмосковской области заметил один парень нечто похожее на какой-то реактор. Рядом находился неопознанный летающий объект, а вот на Земле что-то происходило странное. Вот тут мы оставим для вас, друзья, вопрос. Ответьте, пожалуйста, что вы видите и что здесь происходит? Ведь тайна, которая скрывает от нас, это тайна, о котором мы не знаем. Мои догадки, это какой-то буровой или что-то похожее на электросолнечный генератор, который высасывает из нашей планеты энергию. Ведь наша планета издает огромную энергию, о котором нам никто не говорит. А вы оставьте комментарий, что вы думаете по поводу этого видеосюжета. Но я обязательно отвечу на ваши комментарии, если вам не тяжело, конечно, на этот ответить вопрос. Спасибо, что вы посмотрели, спасибо, что вы оценили, спасибо, что вы поставили лайк, друзья. Ну а я с вами сегодня прощаюсь. Спасибо, что вы со мной были. До новых встреч и до свидания.